Итак, всем привет! Сегодня будет у нас шашлык без маринада. То есть мы вообще его не мариновали. Со свежего мяса делаем шашлык. Вот, сейчас все покажу, все расскажу. Погода у нас противная сегодня, ну вот кое-как. Вот сейчас солнышко вышло. Сейчас вышел, думаю, успею до дождя, а то гроза налетит опять. Так что, как-то так. Шашлык очень вкусный. Единственное, что я забыл, это купить турецкую лепешку. Ну а сегодня воскресенье, я уже нигде не куплю, поэтому будем кушать с хлебом. В России всегда с хлебом кушаем. Так что угольки у нас горят. Тут все у нас готово. Сперва нам нужно замариновать лук. Вот. Лук я уже почистил. Жарить мы будем вот на таких шпажках деревянных. Я их предварительно на 1 час замочил в воду, чтобы они были мокрые. И напитали они воды. Вот это я принес для того, чтобы подложить. Потому что шпажки короткие, на мангал они не будут подходить. Итак, открываю все секреты. Здесь у меня налитый чистый уксус, 9%, а здесь у меня уже вода. Первое, что мы будем делать, это мы будем мариновать лук. Режем полукольцами лучок наш. И закидываем его в уксус. Все, лучок мы поместили, уксус там налитый уже у нас. Наливаем и водичку сюда. Простая вода тут налита у меня. Сейчас она там с уксусом перебодяжится. Вот. Уксу много не надо. Чисто лук маленько сделать чуть-чуть, чтобы был кисленький. Все, мы его закрываем, он нам больше не нужен. Убираем в сторону. А мы приступаем резать наше мясо. Вот такое мясо. Это шея. Это шея, свинячья шея. Самый такой вкусный кусочек. Вот. И начинаем мы его резать. Вот такие куски, чтобы они были не толстые, но и не тонкие. Ну, 1,5 сантиметра, может быть, такие. Около 2. Это нормально будет. Давайте. Всем здоровья. Вот такой пивандер у меня сегодня. Хорошее пиво. И вот так берем шпажечку и насаживаем на шпажечку аккуратненько наше мясо. Так, вот так мы и делаем. Вот и все. Итак, самое интересное, это берем сейчас мясо наше, берем соль и перец. Оп. Перчим. Кто хочет красный перец, красным перцем. Я не хочу красный, я не делаю красный. Я люблю морскую соль. Солим хорошо. Мясо вообще не соленое было, ничего же, не маринованное. Так. Теперь поднимаем. Стряхнули, перевернули. То же самое. Много не надо, пойдет. Это смесь перцев. Тут и белый, и черный. Но что-то мельница плохо работает. Вроде банка не старая. Пересыпать надо другую мельницу. Так, наше мясо готово к жарке. Сейчас мы разгоним тут
уголь и будем жарить. Вот так они будут сейчас жариться у нас. Вот сюда я тоже налил 9% уксуса и маленько воды, кисленькая. Ой, хорошо кисленькая. Сейчас я не буду трогать. Сейчас сперва надо, чтобы он маленько обжарился у нас. Вот, мясо начало скворчать. Нам надо его переворачивать. Ну, вот у меня уксус, как я говорил уже, с водичкой, да, я маленько брызгаю. Это шашлык из 90-х. Ну вот, этот готовый, да? Берем вот так вот, делаем. Берем наш маринованный лучок, ложим. Кто хочет помидорки, огурчики, и кушаем. Вкуснятина неимоверная. Ну вот так, други мои, вот такой шашлычок получается. Очень вкусный, обалденный. Готовьте на здоровье. Я всех поздравляю. Сегодня день военно-морского флота. С днем военно-морского флота. Ну и всем удачи, добра и здоровья. Всем пока-пока.